Друзья мои, мы с Женей Осиным с одного года рождения. С Женей мы очень много, конечно, работали концертов. И я бывал у Жени в гостях. В общем, дружили одним словом, так как с одного года нас много что связывало. И первая песня, которая прозвучит... Вообще, сегодня я спою две песни, которые пел Женя. Одна из них «Зимний вечер». Злится вьюга, мерзнут ноги, мерзнут руки. Все спешат, все бегут от мороза в уют. Только два чудака все придут и придут. Все спешат, все бегут от мороза в уют. Только два чудака все придут. В этот вечер мне не надо ни театра, ни эстрады. Мне нужна только ты, только губы твои, чтобы их целовать от зари до зари. Мне нужна только ты, только губы твои, чтобы их целовать до зари. Марат Крымов, ко мне присоединяется мой товарищ. Спасибо. Споем, Марат. Сказка в двери постучится, и поймешь, что не зря в этот день декабря мы друг друга нашли, словно два снегиря. И поймешь, что не зря в эти дни декабря мы друг друга нашли. Подсолнухи! Спасибо, Леша. Марат Крымов. Я чуть позже с вами еще побуду. Марат еще споет.